Заклади охорони здоров'я під захистом. Громадські формування взяли під охорону лікарні Одеси. Під час воєнного стану актуалізується проблема не тільки власне зовнішньої загрози, а й різних асоціальних елементів всередині країни, які користуються буремними часами для власної наживи. Проте наразі лікуватися в Одесі абсолютно безпечно. У громадських формувань чудова комунікація із керівництвом лікарень, тож одесити можуть почувати себе у безпеці. Ми хочемо, щоб було спокійно. Чтобы спокойно могли работать личный состав больницы, чтобы свои функциональные обязанности они выполняли спокойно. Поэтому мы решили нашими ребятами и пенсионерами, и просто членами моей организации «Украина ЦМИ», и спортсмены есть ребята, которые занимаются спортом, это областная федерация «Спас» Рукопашу, это наши казаки и хлопцы. Поэтому мы решили поддержать, так сказать, ну, морально, скажем так, докторов, которые спасают жизни, и дай Бог, чтобы нам не пригодилось. Но все может быть, потому что война идет. В чем сложность охраны вот именно данного объекта? Я ни в коем случае не говорю про вот территорию, конкретно вот работа с больными, с врачами. Да, то есть вы знаете, в связи с тем, что мы понимаем тактику, мы понимаем специфику, никаких сложностей, все идет очень прекрасно. Мы больше, как говорится, понимаем, что такое профилактическая мера, то есть, знаете, на шаг вперед, то есть не допустить какой-либо ситуации, мягко предвидеть, мягко нейтрализовать, если это нужно, мягко где-то обозначить. Ну, в принципе, вот работаем в таком режиме. Поэтому все спокойно, ровненько, как говорится. И я надеюсь, что так и будет с нашим участием. У нас расписано около 8 экипажей со старшими групп, которые все на связи с удостоверениями бывших сотрудников полиции, которые патрулируют и совместно с полицией улицы города, и, соответственно, и стационарные посты. Один из них – это больница, как стратегический объект.